формат остался достаточно привычным. И для многих это комфортно, потому что люди привыкли работать в определенном формате, и формат нравился, и он нравится сейчас. Есть, с моей точки зрения, определенная проблема, связанная с масштабами, допустим, той площадки, которая выбрана, потому что даже на Сочинском экономическом форуме иногда возникает ощущение некой пустоты. Это, наверное, вот единственный такой момент. Этот формат обязан существовать, потому что для стран, входящих в пространство 15-20, крайне необходимо иметь общие проекты, потому что в противном случае всегда будет возникать вопрос, почему 15-20, а не 14-35.